Сегодня у нас 8 сентября. Вот тут у нас кошечки бегают. Валя вот бегает, котеночек. Уже вечер, после ужина. Он Игнатьич сидит в моей комнате. Брат Никита там что-то с чашками, кастрюлями возится. Вот у нас тут дверь. Написано «Дверьми не хлопать». Смотрю, книга «Открытым оком». Это моя книга. Правильно, кавычки, три точки. «Открытым оком», кавычки закрыты. «Открытым оком». Считать надо кверху. И тут фотография, сколько проповеди мои. Более 1000 проповедей во всех книгах. Игнат Тихонович, у меня вопрос к вам такой есть. Я не хочу подыскиваться, конечно. Но бывает, человек что-то говорит часто и прям сам в это верить начинает. А этого не было якобы. Да, этого могло не быть. Вот, например, Михаил Гордеев говорит, что вы нигде на морфлоте не служили там и нигде там не работали, где вы там говорите. Хотя там вы, может, вы показывали ему документы какие-то, я не знаю. То есть этого не было. И вот Женя еще говорит, что вы прорабом там не работали. Вы это сами могли, то есть говорили, это сами в это поверили. Как вы докажете, например? И еще говорят, что вы вот у баптистов, баптистом были какое-то время. Так, а что так? Люди говорят, как вы можете сказать, что этого не было? Ну, знаешь, это рассматривают так, что там, страх Господень научает мудрости, и славе предшествует смирение. Вот я принимаю это к себе. Это притча 15.33. Вот тут проповедь. Вот сейчас я как раз открыл и смотрю. 16 проповедь. Со страхом проводите время. Я об этом говорю много. Опа, паря моя пришла. Вот она какая хорошая. Ну, говорят, брань на вороту не виснет. Ну, что доказывать? У меня документ есть. Сидели они, выпивали там с моим братом Павлом, Женя. Ну, и Женя сказал, Игнать, он полтора дня прорабом только работал. А Павел мне выпил, да и брякнул. Я не стал ничего отвечать ему. Сразу же в Барнаул заказал, привезли мою трудовую книжку. И в трудовой написано... После окончания, то есть стажа я не имел до учебы в строительном техникуме. Колледж называется теперь. И направлен работать в органы МВД. Строгорежимный лагерь в Иркутске, Плишкино. Ну, допустим, меня отправили в январе. Как раз закончили. Защита диплома была. Все. А... В армию призвали меня где-то в августе. Вот и все. То есть быть направленным на работу от меня не зависит. А тогда нужно было отработать, там, кажется, 2 или 3 года. Как я мог не поехать? Я не мог. Вот у нас сколько было выпуска, это сколько групп. И из групп из этих только 4 человека прорабом были направлены. А остальные мастер. Мастер один объект. А прораб, ему несколько мастеров подчиняются. У меня было примерно 6 объектов, 250 человек. Даже так было. То есть все работы. Опыта, конечно, никакого не было. Но у меня трудовая, все, Павел это увидел. Я работал там 7 месяцев, там 17 дней. И когда ему здесь сказали, уезжай за пьянку, он говорит, люди-то и... А вот Женя говорил, а оказалось не так. То есть он сразу же... Хоть и пьяница, он ну, документу верит, а ты, Женя, на каком основании? Да ни на каком. Трудовая. Трудовой не верит, а чему тогда верит? Трудовой верит, по ней начисляют пенсию. Вот. И доказательств никаких не надо. Ну, дальше. Я служу в морфлоте. Ну, у меня воинская часть указана. Я род войск, участвую в параде Петропавловске на Камчатском. На Камчатском. Ну, что я буду доказывать-то, когда у меня в военном билете записано? Ну, фотография, это другое, он не верит. Я говорю, на каком основании ты не веришь? При мне, когда это было, допустим, 61-й год,
только-только были образованы ракетные войска. И формы не было. Нас собирали, видимо, данное указание было, у кого свыше 10, там техникум, институты, кого. И мы стояли там рядом, авиация какие-то, морфлот, кого только не было. Но у всех образование было среднее образование, 10 классов и техникум. Вот. А потом уже нам дали форму и пушечки, как артиллеристы. Ну, похоже, это артиллерия дальняя. Вот. Много сколько я там пробыл. Потом меня сделали оттуда, значит, из ракетных войск, как выбрали или как. Должность такая, техник-смотритель воинских зданий ракетных войск Дальнего Востока. То есть, я спрашиваю, разве такая должность бывает? Никто не знает, я один был, один. Я ездил по разным городам, там на самолете, на поезде, на машине, на чем вот какое-то, где-то воинская часть стоит, я должен туда прийти, у меня командировочная, и осмотреть здание. Ну, это я уже знал. Уже у меня опыт был, в каком здании, ветхом, нет, он на очереди стоит. И такое здание было, которое списано, и его не охраняли, его разбирали. Постарайся узнать, кто растащил это все. Ну, я бы мог кого-то прикрыть, я нашел их и все. А я просто сказал, вот такой-то он сознался, сторож, он сам его украл. Ну, украл или взял там. То теперь я поступил бы по-другому. Может быть, так думаю. И поэтому, вот, допустим, из Николаевска на Амуре отправляется в Хабаровск. Я в это время занимался изучением языков. Английский, немецкий, французский. Политические системы мира. В армии люди считают потерянное время. Я так не считал. Вот, изучить политические системы мира. И стал готовиться в Институт международных отношений МГИМО в Москве. Не прошел один предмет. Быть нужно партийным. А я уже знал, что этого нельзя делать. Это грех. Я не знал, где Солженицын, что напишет, чему я верю. Я не знал этого. Но я знал, что пионеры, комсомольцы – это от сатаны. Вот. И поэтому я останавливался в Институте иностранных языков, в общежитии. Днем я еду куда надо, узнаю свою работу, работаю. А возвращаюсь к ним. У меня встречи были с китайцами, с корейцами, с японцами. И на английском языке я с ними разговаривал. Ну, с американцами тоже встречался. Такая работа. И как я могу доказывать? Я сказал, он не верит. Но у меня написано это в военном билете. Я его билет этот могу, говорится, показать. А он не верит все равно. Вот ему сказали, а он не верит. Но мне и доказывать еще не надо. После этого я обратился к Богу через Евангелие, покаялся. А было ли такое, что я там где-то делал не тогда, было? Давали объект работ какой-то, и мне надо было только смотреть. Я же прораб, а денег-то нет, ну, по должности. Мне сразу присвоили звание старшины, а в армии как? Ефрейтор, младший сержант, сержант, старший сержант и старшина пятая. Мне, минуя 4 должности, сразу дали, но звание присвоили сержанта, а должность старшины. Вот так не бывает. Не бывает, бывает. Он полетел лейтенантом, а старшим лейтенантом капитаном не был, или старшим лейтенантом Гагарин Юрий Алексеевич, сразу майора дали. Так, это легко делается, у кого власть есть. И вот... Проходит сейчас время, когда начинаешь назад смотреть. Я мог, конечно, не так поступать. И у меня работают молодые люди, и они не знают ничего, но деньги охота заработать. Я им начинаю показывать. Я в цементе вожусь, делаю там несложная работа такая, бетонная работа или еще что-то. Я говорю, давай так, ты сколько делаешь? Что? Да столько-то. Я совершенно отдельно с другой стороны здания буду вставлять окна или отмостку делать один. А сделаем, что сделал ты. А когда получишь, ты мне деньги отдай. Ну, за то, что это сделали, ну, я тебе сейчас денег дам, там, десятку какую. А он, допустим, школьник, он не знает, как железнить.
Но это я учился, это я уже делал, я это знал. То есть я получал за свою работу и за то, что вот сделана работа, представлял. Ни обмана никакого не было, только одно, что другой должен был за меня получить и отдать деньги. Вот это я вспоминаю. Никто об этом не знал, никто бы и по сегодняшний день не знал. Я говорю об этом. И вот он утверждает так-то. Пусть утверждает, я был баптистом. Ну, я был не баптистом, а фашистом. И у меня Гитлер, это родной дядя, будет говорить так. И что из этого я должен доказывать? Труман, у меня дедушка. Ну и что из этого? Они говорят, какие данные? Ни одного человека во всей вселенной нету, который бы мог доказать, что в нашей природе хотя бы один кто-то был баптистом. Никогда. Говори. А кто он такой? Кто? Кто он? Добрый. Так, а где мы встречались? Да. Ну хорошо, я сейчас выйду. Слава Христу. Из мамы этого человек, который дважды со мной встречался, за политику, дескать, не сажают. Я говорю, сажают. Я сидел. Ну вот, он хочет встретиться. Ну вот такой ответ. Мне зачем доказывать ему? Ну он скажет, я был свидетелем Иеговы. Да, баптист, у нас баптист один есть, это батюшка. Баптист означает креститель. Джон Баптист. Джон. Все. Мы сейчас пойдем туда. Какие еще обвинения в мой адрес были? Так, чтобы я повторял что-то и где-то. Но я за собой такого не знаю. Но я не отрицаюсь. А может быть и было. У меня в саду было 123 скворечника. А может быть 122. А так как я много раз повторял, я утвердился на этой цифре. Но это никак не влияет. Я не что солгал, я... И говорю, я не хотел это. Я стрелял очень метко. 99-100. Ну это снайпер. Только с бессальцевской минуты. А может быть у меня 98 когда-то было. Но я этого не помню. А вот и тебе будет и неправда. Ну так привязаться можно к чему угодно. То есть пуля в пулю заходит. Это 100%. Так, такое-то я повторяю. И ну, у меня нет нужды. И проверить это никак нельзя. Никак. У меня были ружья, я много стрелял. Ружье в одной руке, на велосипеде еду, я мог любого воробья снести. Ну, раз этим я занимался. У меня несколько ружей было, патроны везде подоткнуты. Я готовился отобить кем. Так что, держи. Угу. Ты можешь с нами пойти, брат, если хочешь. Послушай, будем знать. Оторви.